Стук знакомый замка. Итак, это песня группы «Сектор Газа», «Взял вину на себя». Вот. Значит, здесь аккорды в левой руке. Начнем сразу с аккордов. Это будет аккорд АМ. Стук знакомый замка. Вот. Ну, в правой руке я предлагаю играть вот таким вот боем. Низ, глушим вверх, вверх, глушим вверх, вниз. И будем считать этот рисунок, значит, боя. Это будет вниз, глушим вверх, вверх, глушим вверх. Мы будем считать это как один раз. Итак, начнем. Первый аккорд АМ. Стук знакомый замка. Раз. Будет. Ну, то есть сыграли два раза. Далее пойдет аккорд ДМ. Снова будет меня. Тоже два раза. Далее аккорд Е. Один раз. И аккорд А7 один раз. Потом аккорд ДЕ. Ж. Аккорд по одному разу. С один раз. Ф один раз. ДЕ один раз. Е один раз. ЕАЕ один раз. Потом А7. И повторяем последние, значит, четыре строчки, да, у нас куплет состоит из 8 строчек, и последние 4 мы повторяем в качестве припева. Перед этим сыграли АМ, потом ДМ, Ж, это на повторении, С, Ф, ДМ, Е и АМ. Два раза. Вот таким образом мы играем первый куплет и второй. Вот. Если вам интересна модуляция, то мы ее начинаем играть с аккорда АШМ. Далее у нас пойдет аккорд ЕМ. Далее аккорд ФДС. Аккорд АШМ один раз и АШ7 один раз. Далее пойдет аккорд ЕМ один раз. Потом А. H7, далее опять Е, А,
Значит, что такое модуляция? Ну, я вкратце вам скажу, это когда мы в процессе исполнения песни, вот в изначальной тональности ее исполняем, и в каком-то конкретном месте, это обычно бывает какой-то следующий куплет, мы повышаем тональность, значит, исполняемой песни. Если вот здесь мы начали в тональности АМ, то есть с аккорда АМ, то мы переходим выше на тональность HM. Вот, грубо говоря, модуляция – это смена тональности. Повышение, обычно повышение, либо понижение тона. Если вам понравилось, ставьте лайк.